Сиам Парк. Вход. Приехали на Сиам Парк. Вот такое здесь сборище детей. Пошли. Сейчас дождь на улице, нам повезло. Поэтому посмотрим, смогу я снять, не смогу. Сувениры. Везде присутствует шопинг. Дождь продолжается, никто мокнуть не хочет. Нас довезли до фудкора. И вот здесь вот приземлились пока в ожидании. Вроде сказали, через час дождь должен закончиться. Сидим, ждем. Народу мало. Весь народ стоит на входе. Дали вот такую карту с описанием, здесь на тайском, на английском. Вход получается у нас здесь, зашли и провезли нас до сюда, до кафе возле аквапарка. Территория приличная, пробежать можно. Сейчас дождь закончится, пойдем, будем показывать, где что есть, какие аттракционы. А это комната страха. Сейчас зайдем, посмотрим, что там есть страшного. Вход не здесь, вход там. Черепа, черепа. Тыквенная голова. Налево и направо. Ух ты! А почему я сейчас? Здесь ничего не видно. Налево и направо. А, вот ограждение. Чё орёшь? Такая комната страха. Оно что-то все прошли, там оно не включилось. Ой, кошки бегают. Надо с камерой, с подсветкой идти, но с подсветкой-то неинтересно, поэтому особо в этой комнате ничего не передастся. Чудики какие-то ездят. Ладно, выключаю. Что нашла? А? Можете взять телефон? Чуть подсвечивается.
Машеньки. Нас дети догнали. Виск-писк. Будда. Ну все, выходим на белый свет. Вот такая крутящаяся комната. Поднимается и крутится. Типа смотровой площадки. Ну, высокая. Сиам-парк в виде шара земного сделан. Американские горки кусочек видно. Сейчас пройдусь до них. Здесь все бутики. И честно сказать, цены в бутиках не особо высокие. Обычно в таких местах цены задирают, а здесь цены доступные. Вот взять даже вот эту кошечку 250 бат. Бейсболки здесь по 100 бат. Притом хорошие качественные бейсболки. Вот такая лодочка. Пока на ней никто не катается. Дождь только-только заканчивается. Народу еще мало. Двухэтажная карусель. Я такой еще не видел. Сиам Шоп, магазин продуктовый. Этот район в основном для тех, кто помладше. Здесь же рядом сразу строительная площадка. Какой-то аттракцион новый возводят. Озерцо небольшое. Катамаранчиками можно будет поплавать. Там детские карусели. Сейчас посмотрим, насколько там маленькие дети катаются на этих каруселях. И да, маленькие, совсем маленькие. Народу мало. Дождь сделал свое дело, многие побоялись. Самолеты висят.
Даже мина подвешена на самолете. Астра Линер. Шаттл какой-то на Луну. Космонавт висит. Она как бы крутится, приподнимается, и внутри мониторы стоят. Здесь что-то демонтировали, карусель. Да, видно, все уже в более-менее поношенном состоянии. Это столб резко взлетает, резко падает, но на него пока никто не идет кататься. Самуист весь потрескался, бедолага, от напряжения. Аттракционов много, стоят рядышком друг с другом. Даже есть такой аттракцион, как компрессор. Вот эта штучка тоже демонтирована на ремонте. Иду до американских горок. Посмотрим, что там есть. Ну, много кафешек, ресторанов. Голова тигра. Так, здесь их поднимают. А где они скатываются? Вон где скатываются. Пройдем туда, посмотрим. А, под конец они мокрые становятся. Сейчас обойду.
брызги небольшие, но в их лодку они попадают. Люди веселятся. А еще есть рядышком вот виск, писк, кабинки кверх тормашками. Парень с девушкой долго решились, теперь девушка визжит. Получается, она поднимается вертикально, вот сейчас опускается. Видно, что кабинки кверх тормашками людей держат. Вот такие вот дела. Центробежная сила. У кого вестибуляркой не все хорошо, тряханет. Сейчас посмотрим, как они выйдут. Да, судя по лицу, не все хорошо у первой девушки. Я хочу посмотреть, как она пойдет. Она пока никак не идет. Ей плохо. Ей реально плохо. Опа. Вы посмотрите на ее лицо. Индианка, я думаю, больше не будет кататься на таких. Ладно. У кого-то слабо. Здесь тир есть. Пневматический. Но что-то его пустой запустили. Нету никого. Вообще никого нету. Пустой катают. Привлекают таким образом. А девушка вон в желтой маечке сидит. Ей реально стало плохо. Она не может пока отойти от этой горки. Люди, берегите себя. Ну что, ребенок уговорил меня все-таки сесть с ней в американские горки. Снимем их изнутри. Не хотел аттракционы посещать, но один уговорили. Ждем. Сначала нас поднимают задом вверх. Теперь свободный полет!
такая классная штука. Офигеть, плава! Не ругайся, я снимаю. Самое обидное, не оказалось резкости в этом во всем. Резкость? Резкость? Вот так вот, резкость мне навелась. Еще вот такой аттракцион. Крутится, поднимается. И вот так вот раскручивает. Сейчас хочу дождаться. Люди зайдут на американские горки и снять немножко с другого ракурса, уже не самих горок, а возле горок. Жду. А вот так это выглядит со стороны. Люди в предвкушении. Все думают, на этом все, но не тут-то было, им домой надо вернуться. Веселый аттракцион. Некоторые после него с трудом выходят. Ладно, идем дальше. Здесь еще есть аквапарк. Иду в сторону аквапарка. Сейчас обед уже покушаем. Горка тоже раскачивает, интересно довольно-таки. Вроде бы, что такого на горке покататься, а раскачивает. Это я показывал. Иду до аквапарка. Детский аттракцион. Горочка. И вот такой здоровый кит на входе. Также карусели. По дороге к аквапарку есть такой аттракцион. Воздушные шарики. Но тоже раскручивает. Центробежная сила довольно-таки не слабая. Сейчас, если включат, покажу. Есть детский парк. Он под навесом. Даже если солнце светит, здесь хорошо. И детишки вам на лодочках, индейцы. На лебедях плавают. Карусель. Вот такая игровая комната. Детская комната. Парк юрского периода здесь. Еще посетим его. Постараемся посетить, если времени хватит. Здесь юных байкеров учат
держаться за рулем. Пойдем, зайдем, посмотрим, что там у нас в парке юрского периода. Что там интересного есть. Прокатят, наверное. Машину завели. Здесь на автомобиле катают. Автомобиль, правда, самодельный. Примитивненько, конечно, но пытаются показать красоту. Лицо пустое, наверное. Колесо заднее пустое. Эти древние люди. ไว้ในการทำทางเลือกเราเป็นเพื่อ
Хотел бы с этим встретиться вживую. Вот я еще не видел вот эту американскую горку в действии. Она побольше той, но почему-то каретка по ней не бегает. Наверное, она не действующая. От парка юрского периода есть вот такое чудо дерево. Комната страха, это куда мы заходили, смотрели. Вот такая большая территория крытая, фудкорт, столы, столики, бутики. И вот написано Water Park, водный парк. Идем туда. Здесь мини-карт, но он это не работает сейчас. Аквапарк тоже. Территория большая, не маленькая. Сейчас зайду в сам аквапарк и там дальше уже буду снимать. Пришел в детский аквапарк. Начну обход с него. Есть такие вот детские горочки здесь. Не глубокие, не крутые. Детям очень весело. Здесь же детская площадка. Вот с таким ведром
наполняющимся. Наполняется и опрокидывается. Всех водой заливает. Есть побольше. Опять же в детской зоне. Очень много китайцев. Китайцы на всех аттракционах, на всех турах. Вот такая закрученная гусеница. Здесь 4 горки. Идем дальше. Вот такая высокая горка. Получается 4 повыше, 3 пониже. А, 2 пониже. Третья это не горка, это разделительная. И бассейн. Большой бассейн вокруг, по периметру. Сейчас пойду посмотрю, что там дальше еще есть. Обошел здесь большой бассейн с волной, искусственной волной. Здесь в разное время разную волну делают. Сейчас маленькая волна, бывает побольше. И рядом детский бассейн огорожен, мелкий. Ну, на этом все. Аквапарк. Я весь оббежал. Посадочных мест много. Но парк в запущенном состоянии. Чистотой не блещет. Много поломанных вещей. Но отдохнули здорово. День провели замечательно. Сейчас на выход. И уже садимся в автобус и в Паттайю уезжаем. Отдыхаем в Паттайе. Всего вам доброго.